Всем здорова, ребятки, с вами Фабиан, и мы с вами продолжим сегодня играть в Вирджинию. Продолжим сегодня расследовать странное дело об исчезновении какого-то чувака, которого мы арестовали в прошлый раз, и разбирать дело вот этой странной бабы Нигера, которая кажется мне подозрительной. В общем, погнали, посмотрим, что там будет дальше. Пока что не особо что-то понятно. Так, смотрите, по-моему, в прошлый раз мы остановились на вот день четвертый. Я точно не помню, но давайте начнем. Вроде как, да, вроде на этом месте, поэтому погнали. Вот, да, четверг. На четверге мы с вами и остановились. Что это такое у тебя здесь? Блин, эти пылиночки, они такие приятные, знаете ли. Стоп, а где это мы, интересно? Что-то мы не у себя дома, по-моему. Да? Да, мы явно не у себя дома и спали на диване. Хорошо. То есть нет, ничего хорошего. Стоп, это мы можем выйти. Здесь какие-то коллекции бабочек, какие-то разные непонятки. Что это такое вообще? Где мы? Смотрите. Что за двери странные? Ну давайте, ладно, выйдем. Вот, в сторону. И это что за дверь? А, подождите, а может мы переехали? Переехали в какой-то большой кукольный дом? Переехали в дом большой. Вот выглядит все как только после переезда или наоборот. Собирается как будто переезжать. Но судя по тому, как вот здесь пусто... Стоп. Что это такое? Почему это выглядит как какая-то больничная палата? Так, окей. Тут где-то у нас какой-то инвалид. Был. Судя по всему. Да? Может... Что? Подождите. Это вообще наша рука? Индейская? Как-то странно, она не так выглядит, как обычно. Да, это вроде бы как обычный дом. Хотя... Да, обыкновенный самый. Привет. Это дом этой бабы. А, и вот так койка, это, видимо, кровать ее мамы, которая у нее, кстати говоря, вот в этом кулончике фотка была. Похоже на то. Так, часы... Туфли тут разбросаны. Ой, похавать? Это мне? Это мне? Да? Я надеюсь, что да. Что, что? А, еще яйцо. Отлично, давай. Я не против. Клади, клади. А что мне два, себе одно? Ты что думаешь, я жирнее тебя, сучка? Ну ладно, ладно, хорошо. Я припомню тебе это дерьмо. Хоть бы водой сковородку залила. Ну да ладно. Давай похаваем. Ну, можно похавать-то? О, что это за коробочка? А в ней... А, да, мы в прошлый раз нашли коробочку, а в ней была птичка и вот эта пленка. О, мы сейчас будем проявлять? Круто, давай. Давай. А, ты уже проявила? Ты печатаешь, хорошо. Ладненько, давай. А почему у тебя только одна вот эта кюветка? Интересно знать, а, тетя? Скажи мне, надо помыть? Иди помой, пожалуйста. Или что, это закрепитель у тебя в раковине налит? Ну ладно, все, хорошо. Что это там такое? Какие-то ноги как будто, или что это? Я не понимаю. А, нет, все, все нормально. Давай, сюда засовывай. Откуда? У этой бабы тоже, что ли, есть своя проявочная? Что за хрень? Очень странно, почему у всех есть свои проявочные? Все. Чудно. Скажи мне, женщинка, что это теперь? Это... А, это какие-то кандалы. Как будто на руках у кого-то и цепи там тоже. Под увеличитель уже не надо, все. Что еще вот сюда? Нет, ты что, целиком в ванну хочешь залезть? Вот, смотри. Она такая, нет, это какое-то говно. Вот это не говно. И что это? Какой-то мужик... А, вот этот с кем-то обнимался. А с кем ты там обнимался, а? Может, он педофил? Почему мы его отпускаем? Подождите-ка. А, ну он просто типа на допросе, да? Хорошо. Вот что на фотографии-то изображено? Он с кем-то обнимается. С кем-то там обнимался, слышь? Так, оп, что это? Перышко лежит. А что за перышко? И почему это мы так на него внимание обратили резко? Типа это в тему к тому, что тот чувак коллекционировал птичек? Или к чему это вообще? Все. Так, подождите, мы можем выйти просто.
То есть все, нам здесь больше ничего не нужно сделать, да? Священник. А, подождите. Что-то можно было. А, нет, это на дверь. Ладно. Окей, давайте выйдем. Выходи. Все, он типа выходит. А что, что? Он там с кем-то обнимался или это не он с кем-то обнимался? Что это было-то вообще? Что мы увидели? Там нам не дали поближе посмотреть. Вот с этой бабой? Ну что это? Ну что? Опять она его бьет по щам. Да что такое? Каждый раз, когда он, короче, к ней подходит, она бьет его по щам. Очень странная баба. Ну ладно. А здесь сидит вот эта, и она с кем? Стоп. С еще одной бабой точно такой же. Это другая? Это не та же самая, да? Сколько их там? Что у тебя? Что нет? А что нет-то? Чё-то нет. Ладно. Смотрите, вот фотки. Вот это вот как раз с кем-то обнимается. Здесь какие-то кандалы, а здесь кто-то стоит в каком-то дверном проеме. И что мы можем? Ага, стоп. Что? А попить чайку кофейку? Ну давай попьем. Ладно. Что? Что ты такого увидела? Вот, может быть, нам дадут поближе посмотреть? Ну вот же, вот! Я же тебе в тот раз еще показала. Баба ты несуразная, ну? Я же тебе говорю, вот, смотри! А ты мне такая, нет, это какое-то говно. Да вот же, ну, все правильно. Это статуя просто. А не то, о чем вы подумали. Так, это у нас опять какое-то дело. Это все то же самое дело. Да что такое-то? Почему? Почему мы ездим с этой бабой, но при этом у нас какие-то документы на нее? Упс! Типа, она не должна это видеть, понятно. Потому что мы типа беспалевно за ней следим, да? Что? А, она просит дверь открыть, потому что руки заняты. Хорошо. Ты принесла пожрать и кофейку еще. Прекрасно, прекрасно. Почему мы все время с ней куда-то едем? Чего она... Чего она так смотрит на меня подозрительно все время? Мы с ней должны поехать вот туда, я полагаю, опять. Но при чем здесь фотографии вот этой статуи? Че, мне нужно попить? Да. Хорошо. Пока не попьем, никуда не поедем. Вот так. И похаваем. И пока не похаваем, тоже никуда не поедем. Мне кажется, уже куча времени прошло, пока мы здесь... Что она делает? Куча времени прошло, пока мы здесь сидели, и грузовик куда у нас едет? Туда! Че? Это же какие-то военные грузовики, да? Смотрите. А че это они туда поехали? Ты видела? Ты видишь? Вон, смотри, они туда поехали. Мы здесь стоим, типа, в засаде, смотрим, следим. Да, похоже на то. Я поняла. Опять этот чувак со своей предвыборной хренью, да? Это странненько, странненько. Ты видела? Мы едем? Заводи. Заводи телегу, едем. Тихонечко крадемся. Как бы мы тут невзначай случайно мимо проезжали. Да? Ты это хочешь изображать? Эй, женщина. Женщинка, блин. Боже, она сейчас будет опять очень по колдобинам вести нас. Так, сбивай нахрен. А, нет, не стала. Ну и что? Она пошла... Куда ты пошла? Куда тут мужик пошел? Чё? Он, нет, 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 вам туда нельзя. Она такая, чё, щенок, смотри, вот это видал. Он такой, чёрт, я ничего не знаю. Мне сказали охранять, я охраняю. И вот эти, смотрите, все машины, грузовики, это всё здесь стоит. Так, что, заправка? Ну, ладно. А почему это мы ее заправляем? Ну, окей, давай. Что здесь происходит-то вообще? Все, что ли? Ты что там, на 5 рублей, что ли, налила бензина, женщина? Глупенькая, ладно. Индеец что-то странно себя ведет. Ну окей. Что ты купила бизона игрушечного? Ну и зачем? Это что, мне бизон? Или это тебе бизон? Кому бизон-то? Ну давай, давай, я возьму бизона. Мне что с ним сделать надо? А, просто пола... Твою мать. Нет! Нет! Ой, это плохо, сейчас это плохо закончится может. Он такой, что? Какого хрена? Пошла ты в жопу и бизона забери. А, она его вон там в автомате выиграла.
О, это жестоко, короче. Типа она думала, что мы подружайки уже, да? Типа подружиться со мной думала, хреншки. Вот, и, короче, она бросила меня здесь. Все понятно. Ну, ладно, зато у меня есть бизон игрушечный. Невелика потеря, собственно. И мы, значит, опять оказываемся здесь. Это, по-моему, дорожка, которая ведет к архиву. Насколько я помню. Мы... Значит, куда мы в прошлый раз шли? Так, не сюда. Значит, идем дальше. Что с бумажкой? Почему она здесь лежит? Хреншки, никто нам ничего не скажет, что с бумажкой, почему она там лежит. Поэтому нас опять дропает вот сюда. И отсюда нас тоже куда-то должно дропнуть резко. Я, правда, не помню, куда. Давай, дропай уже. Да дропай же. Блин, какой-то день сурка я уже. Все. Срочный денечек. А, смотрите. Нет, казалось. Я думала, возможно, мы проходим каждый раз чуть дальше. Но нифига мы не проходим каждый раз чуть дальше. Одно и то же все получается. Ладно, да, это мы, получается, спускаемся опять в архив, где была эта баба и ее кабинет. Где мы нашли этот кулончик и что-то еще. Что-то еще. Вот эта дверь. Интересно, что там будет сейчас? И почему нас постоянно периодически перекидывает из тела этой бабы? А что закрыто-то? Выламывай нахрен. Что? Вот, видите, мы опять оказываемся хер знает где. Давайте руку его пожмем. Кажется, цвет я это уже видела. Спасибо. Я надеюсь, это сон. О, теперь она в правую руку выходит. Странно. Почему? Почему это все так странно? Почему он здесь? Вот этот человек. И вот этот человек. Ладно. И что это? Я надеюсь, это дело не на меня? Нет, это все еще то же самое дело. И мы снова оказываемся у нее дома. Куда она? Куда она пошла? Я тоже хочу пойти. Ой, бизон пришел на заправку. О, ребят. О, очень странная игра. А здесь мертвая птичка. Бизон, птичка была твоим другом, она опять исчезает. И у нас кулончик. Да что? Прям мурашки, реально. Пятница. Так, смотрите, у нас в руке ключик. И что? А, и мы снова едем с этим цветком куда-то. Что здесь может быть? Вот это что такое? Нет, это какая-то фигня. Снова мы видим вот это. Да что здесь? Нам показывают, может быть, события за всю неделю или что? Ну это же пятница, что-то же должно сейчас произойти. Извините, пожалуйста. Да, у вас нос красный. Что, просто решил помахать? А, типа остановить здесь. Что, разворачиваться? Какого черта? Ты что, передумала? Стоп. Смотрите, теперь мы здесь одни. И Нигерши с нами нет. Мы одни полезем в эту пещеру? О, черт. Нет, здесь вроде никого. Блин, очень приятно смотрится это все, посмотрите. Прям так мягенько, здоровско. Приятненько. Хорошо, тут вот мы можем сейчас пролезть под... Что, нет? Да ну почему? Я хочу туда, например. Да ну пожалуйста. Нет, нифига, меня не пустят туда. Очень... Это, короче, очень сложная лента, через нее нельзя перелезать. Так, опять цветочек. Еще один сорвала. Что такое? Зачем тебе цветочки эти? Ты их куда? В карман себе кладешь? Гербарий будешь дома делать или в чай заваривать? Зачем это? Я не понимаю тебя, тетя. Тут что такое? Так, тут какие-то, вон, смотрите. Башни, вышки, что это? Нет, ну серьезно, посмотрите. Это, а там, короче, вот, Firewatch уже начинается. Ах ты! Тут дерево, которое упало. И мы по нему можем, наверное, перелезть. Только зачем? Чтобы что? Подожди, тетка. Мы полезем доставать кулон той бабы, что ли? Стоп, ты что? Нам надо просто слезть. Ты понимаешь это или нет? Или ты хочешь, чтобы дерево перевесило? Ты
Ты что делаешь-то, слышь? О, это ты зря, короче, придумала, я тебе так скажу. Не, ну ладно, лезь дальше, как хочешь. Или он там где-нибудь на конце висит наверняка. Ты зачем это делаешь? Ты что, глупенькая? Ты мне можешь сказать, баба... Опа, смотрите. Ага, тут какое-то... Как будто проход в хрен знает куда. Нет, ну это нормально было. Зачем вообще? Ну как бы... Окей, ладно. Ну, глупое и глупое. Как бы ладно. И мы упали прямо вот сюда, метров так с 200. И это вполне. Не, ну ладно, не с 200. Что-то я загнула, короче. Но типа тут было высоко. Вот, вот отсюда она упала. И типа ей норм. Она не хромает, все хорошо. Голова не крошится. Пойдем в трубу. Ой, как громко. Блин, нормальная такая труба. Ты что? Аж слюнькой подавилась. Вы чё? Ты чё за стену-то хватаешь? Ты всё-таки опять Марку сожрала, что ли? Да? Что ж тебя плющит-то так? Ладно. Смотрите, а вдруг у них там какая-нибудь тайная организация говноедов? Или ещё чё хуже? Ну-ка, выламывай. Можешь? Чё? Нет, что ли? Ногой ты сможешь? Господи. Это очень странно. Ладно. И тут просто проход на эту территорию, да? И ничего больше. Ладно. Это что такое лежит? Это кусок камня? Да, это кусок камня, но он выглядит как-то подозрительно очень. И что это? Это просто... А, смотрите. Здесь вот он, лежит здесь. Почему он? Как он сюда вообще попал? Не говорите только, что этот чувак его тут кинул, и он как бы вот он. Тут прям посреди камушка лежал, нас ждал. И мы опять в баре, да? Угу. Я не понимаю, вот по времени вот это все, как разнесено. Так, стоять. Что такое-то? Ты пьяная, что ли, тебя так колбасит? Непонятно, как оно разведено по времени здесь. Вот в чем хрень. Ну давай открой. Боже, ее прям... Туда-сюда. Ну да, вроде это мамаша той бабы. Но баба нас киданула, естественно. Мы опять в лифте. А почему он такой маленький? Слушайте, раньше лифт был больше. Перышко, перышко. Возьми перышко. Раньше лифт был больше, я вам точно говорю. Или это... Ну, это другой лифт. Это не тот лифт, наверное. Блин, музычка стала что-то слишком активной, меня это пугает. Тихо, подождите, вы куда? Это стрёмно как-то. Подождите. А мы не отсюда ли прям с самого начала пришли? Боже мой, опять табличка «Мокрый пол». Почему она преследует меня во всех играх? Что? Оу. Вот этот Артега. Там же была Мария Артега. Никого. Мы можем еще, может, открыть попробовать? У тебя же есть отмычка, слышь? Вроде как, давай, еще попробуй. По сторонам посмотрела, тут никого, тут никого. Можно вскрывать. А, даже так? У тебя же, а, ну вот же, чудный предмет. Чпок, 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 и сейчас кто-нибудь, блин, мы поворачиваемся, кто-нибудь за спиной у нас стоит, да? А, нет. Стоп, что? Что? Да не может быть. Вы хотите мне сказать, что вот эта маленькая дверка в очень узком плотном коридоре — это вход вот в этот огроменный дом? Нет, вы вот серьезно, вы это мне хотите сказать, да? Тут, смотрите, подъемник, похоже, да? Да. И где была комната ее мамы? По-моему, вот это была она, но нам теперь сюда нельзя. Окей. И раньше вот здесь плед зеленый лежал. Так-с. А тут у нас что? Почему это закрыто? Мне кажется, сейчас кто-нибудь будет рядом, спиной. Все, открыла типа? Ага. Ой, только не оборачивайся, слышь. Давай, пойдем, открывай. Че там, опять какой-нибудь свет, и мы увидим какую-нибудь жуть? Воу. Ни хрена себе, у них тут студия. И что это? Так, смотри, здесь что-то... пишут. А это что за мужик?
Ты еще кто? Какой-то испанец. Это то, над чем работает та баба, что ли? Ну, суть в том, что это ее дом. Это дела, она как... Видимо, на этого мужика или на кого-то еще. Она типа расследует исчезновение этого мальчика. Ну, мальчика, парня, которого ножик нашли. Стоп, и где мы? Что? Опять лифт. Да это невозможно. Еще все время лифт. 9-й. Куда мы едем? Непонятно. А это что? Так, это... Я поняла, что... Вот это кабинет директора, а это секрет... Че ты на меня смотришь? Что? Что? Ничего, видимо. И мы ничего сделать не можем. Просто сидим, по сторонам головой крутим. Нас сейчас опять, да, куда-то щепок? Что такое? Все, мы едем. Опять этот дед нас везет. Куда мы все время едем, ребята? Пожалуйста. Я не понимаю, игра запутывает меня, но при этом у меня такое чувство, что она как бы подходит к концу. И вот, знаете, это чувство, когда что-то уже заканчивается, а ты так ничего и не понял. Вот эта музычка, она как-то навеивает, короче, то, что игра собирается закончиться. Но, наверное, нет, они решили меня запутать. Да? Что у тебя? Ты решил это сюда положить. Я просто не понимаю по времени, что это, как это, куда, что. Сейчас какая-нибудь гадость будет, да, на середине дороги? Непонятно. Куда тебя понесло? Это обсерватория? А, подождите, это... Блин, я прям наверх не могу посмотреть. Пёрышко? Еще пёрышко? Это красненькое пёрышко, да? Я не понимаю цвета, и у меня, видимо, дальтонизм какой-то развился неожиданно. Не, ну окей, давай пойдем по кругу, сейчас пройдемся. Наверх все равно как-то... Ой, вот она. Привет. Сейчас, я не буду подождать с тобой говорить, я хочу просто посмотреть. О, это круто. Это очень приятно. Ну ладно, давай. Ой, ну какая ты бесивная женщинка. Невозможно прям. И... Стоять! Она такая, типа, хрен ли ты ходишь за мной? Вот это дело! Она такая, что? Типа, мы хотим отдать ей дело это? А, выбросить. А, блин, я просто не понимаю, что там было такого в этом деле? Что? Чё это? Это красный конвертик с маркой? А, да. Серьезно. Опять мы кладем этот ключ сюда. Вот это все сюда бросаем. И это. И ложились. Мы после этого легли спать. Стоп. Куда она делась? Суббота. Последний день. О, нет, 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 нет. Все. Тормозим на этом. Тормозим. На этом тормозим прям очень резко. И будем продолжать обязательно в следующий раз. Если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Друзьям обязательно расскажите и в группу ВКонтакте вступайте, если вдруг еще не вступили. Серьезно, игра на самом деле подходит к концу, видимо. Но мы так еще ничего и не поняли. Вроде как... Короче, наша баба-индеец, типа под прикрытием, я не знаю, каким-то чудным образом, она вроде как стала напарницей той бабы, нигерши. Но при этом ей, видимо, сказали следить за нигершей. И она, нигерша, об этом узнала. И такая, типа, да пошла ты в жопу. Но при этом они вроде подружились уже. И наша баба сейчас пришла к этой бабе. И такая, типа, все, насрать. Хер я клала, короче, на это дело. Забей, все, мы же, типа, друзьяшки. Вот. И да, дала ей конвертик с маркой. Но что-то я не вдуплила. К чему там, короче, марка вообще? И конвертик с маркой, и куда баба потом делась? И это все очень странно. Реально. Если игра закончится, и я так ничего не пойму, то мне придется, наверное, прочитать какую-нибудь аннотацию, ибо я, видимо, слишком тупая, короче.
В общем, всем большое спасибо за просмотр. С вами была Фабиан. Счастливо!